25 мая. Наш профессиональный праздник. День криптопредпринимателя. Наш телеканал учредил как средство массовой информации. Вот уже третий год мы проводим этот праздник, День криптопредпринимателя. Международный праздник для всех тех, кто занимается темой крипто, темой блокчейна. Яркие люди. Это люди, которые очень решительные, очень смелые и самоотверженные. Это люди, которые могут поверить в то, чего может быть, сейчас еще не существует. Я думаю, что время настало. Настало сделать праздник. Это впервые происходит. Поверьте, друзья мои, чтобы ивент проходил децентрализованно в разных странах, такого еще не было в истории человечества. Сейчас подключимся, конечно. Геннадий. Очень важное сообщение. Сергей Александрович Костанич слева наверху. Это человек, который меня привел в криптовалюту в августе 2018 года. Сергей Александрович Костанич. От Руслана Захаркина привет ему. Привет от Руслана Захаркина. Здесь Руслан Захаркин находится в зале. Мы созвонимся обязательно. Сергей Александрович первый человек, который привел меня в криптовалюту, объяснил мне. И именно с него начался мой путь. И на Ютубе, и моя карьера. Именно вот Сергей Александрович, он сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, но это очень классный предприниматель. Слушай, Сергей, слышно нас, Сергей, вы на связи? Мы благодарны тем, кто организовал этот великий праздник, потому что обычно я все время 24 часа работал, оказывается, праздники из жизни, мне повезло. Я теперь нам всем повезло, что праздник. Теперь есть что отметить, а то отмечаешь только количество монет, а теперь можно отметить начало праздника. И пожелать всем радости, счастья, гармонии. Загадывайте желания. Прямо сейчас. Ольга, прямо сейчас загадывайте желания. Прямо сейчас. На Сейшелы хочу. Прямо сейчас. Хочу на Сейшелы. Вот, да. Два биткоина. Берите три. Ну правда, что как бы все любят троицу, и я тогда люблю троицу. С тобой хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока спят все на свете. Что-то из своей биографии, ну, именно связанное с криптой. Все, что связано с криптовалютой, а мы же понимаем, блокчейн – это прозрачность. Поэтому, как только притронулся к монете, я понял, что меня видит весь мир. И за это время, я помню, когда это было 30 мая 2017 года, я открыл кошелек и попросил, чтобы друг запомнил пароль, чтобы я его не забыл. А этот кошелек был уже 17 ноября, он был, там был $1 миллион. Всем рекомендую, цените свой кошелек, помните, где его надо хранить, свой пароль. Самое удобное место – это на холодильнике, написал его, никогда не потеряете, если это помнить. Я желаю вам всем радости, счастья, гармонии, улыбки. Вот Дубай, он дает скорость немножко. И здесь очень много в Дубае, кто занимается криптовалютой. Спасибо, Сереж, спасибо тебе огромное за это поздравление. Мы послушаем Аню. Свой путь в крипте, любой, какой бы он ни был. Благодарить организаторов этого прекрасного праздника, не криптопредпринимателя. Считаю, что нужно поддерживать инициативу. Но на самом деле все больше и больше исследую для себя возможности, которые дает крипторынок. Европа активно применяет
криптобиржу и крипто-торговлю как один из инструментов инвестирования, что очень интересно. И да, конечно же, здесь в том числе мне удается узнать многие любопытные секреты и сделать для себя интересные выводы и принять решения относительно будущих инвестиций. Благодарим Ольшу! Редактор Народной Академии ZH Chain, официальный представитель мировой информационной системы ZH Chain. Татьяна, говорите. Поздравляю вас с праздником, с нашим замечательным днем Криптона. Раньше у нас были приняты государственные праздники, там день работника машиностроения, день там работника топливно-энергетического комплекса. Так вот, сегодня у нас с вами замечательный праздник, и назовем его днем работника блокчейн-индустрии. Я концентрируюсь как-то на одном, чтобы стать миллионером. Я как-то концентрируюсь на своем блокчейне. А сейчас прислушиваюсь еще к вашему. И наш блокчейн ежедневно прирастает новыми бизнесами, которые к нам приходят на смарт-контракты. То есть в чем крипта? Это немножко иное, чем блокчейн. Крипта у нас занимает 1%. На самом деле кровь нашему блокчейну дает именно смарт-контракты. Здорово, что вы вот в таком формате собираете международное сообщество, и это телетрансляция, и это действительно такой продукт, популяризирующий и просветительский проект, да. Чем больше мы рассказываем, разговариваем про наше светлое будущее, про наше децентрализованное, автономное, суверенное, свободное будущее, благодаря криптовалюте, благодаря блокчейну, тем, конечно, лучше и круче. И Геннадий, Ольга, и все присутствующие. Я огромно благодарна. Спасибо. Да. Про свой чейн, но я могу, как вы понимаете, разговаривать вечно. Да, это точно. Вот, благодарю. Друзья мои, благодарим Татьяну, и у нас на связи Мишенька с Мишкой. Мишенька с Мишкой. Друзья мои, это Михаил, он находится в Тель-Авиве. Ну, вам слово, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Начал хорошо. Такое интересно сказать-то. В общем, мой путь криптовалютный начался с инвестиций. Вот. Немножко с трейдинга. Я все равно использую криптовалюту, но как бы по ее прямому назначению. То есть для чего валюта использовалась? Для, как бы придумывалась изначально. То есть для того, чтобы производить платежи. Вот. То есть я как бы использую стейблкоины, значит, вот для платежей. То есть я ими оплачиваю уроки по дизайну. Замечательный Кайнов Сергей, который находится в Сочи у себя на даче, видимо, да? Так, Сереж, мы вас слышим. Коллеги, если мне уже дали слово... Мы все занимаемся по факту благодаря блокчейну социальным предпринимательством. Поэтому я считаю, что каждому предпринимателю важно себе не забывать, что он прежде всего задача его не себя обогащать, а обогащать мир, в котором он живет, и через него уже обогащать свою собственную жизнь. И я как криптоидеалист, естественно, со своей позиции уже много лет делаю все возможное, чтобы этот мир благодаря блокчейну освободился от догм, прежде всего, в голове собственных стренаживающих. Ну и далее уже, соответственно, великой пляски жизни, без посредников и опираясь только на серьезность собственного решения, мнения. И даже не столько на сам блокчейн, сколько на собственное слово, двигался дальше как предприниматель и как человек, развивал этот мир дальше. Илья Белкин, финансист. Илья, вам слово, пожалуйста, расскажите о своем пути. Был ли у вас опыт взаимодействия с криптовалютами и насколько был он успешным? Первый раз я узнал о биткоине от своего брата. И это был, по-моему, 2013 год. Мы с ним сидели, только ужинали, он мне сказал, что есть такая прикольная штука, биткоин. Я спросил, а зачем? Он говорит, ну вот такая есть вещь, это будущее. Я говорю, ну ладно, ты можешь мне там 3 или 4 биткоина приобрести? Он говорит, ну да, конечно, нет проблем. И он мне приобрел
эти 3-4 биткоина на те времена. Ну, да, все заплачут, но стоил он тогда $300, я ему отдал там, по-моему, 1000. Я очень переживал, но думаю, ну ладно, попробую. И вот $300, мои первые 3 биткоина. Где они? Ну, они давно уже потрачены. У меня были фермы, которые эфириум майнили, стояли в моей квартире, страшно гудели, грелись, и там постоянно там приходили огромные счета за электроэнергию. И вот как раз это, вот это удачный был уже проект, потому что я их смог сохранить. Нам присоединяется еще Александр, замечательный наш программист. Александр, расскажите несколько, так сказать, несколько предложений о себе и, если можно, что сегодня для вас, как для профессионала, вот именно создателя блокчейнов, и какие проекты вам лично интересны? Александр, программист, да, в том числе блокчейн, разработка, но не только. Вот, в данный момент что-то вроде TeamLead, наверное. Если про текущий проект, это... Ну, мы сейчас в рамках хакатона разрабатываем проект по углеродным активам. Мы делаем проект, который позволяет токенизировать CO2 и, собственно, продавать. Другим, соответственно, потреблять и получать за это, там, если это потребляет, допустим, частное, это, собственно, основная фишка проекта. Получать различные награды в виде NFT и так далее. Надеюсь, вкратце. Спасибо. Наш гость – это Юлия Васильевна Святошова. Прекрасная женщина, которая среди нас находится за нашим круглым квадратным столом. Юлия Васильевна имеет очень богатый опыт не только в финансах, но и в международных отношениях. Человек, который сейчас нам расскажет о том, что же такое энергия денег в международном континууме в целом. Если речь идет об энергии на страны и на территории, в общем-то, можно не обращать внимания. Я хочу вас немножечко всех приземлить. Все-таки криптовалюты, они вот в энергетическом плане читаются как, знаете, как течение энергии. Энергия как река. Как река, то есть поток частиц каких-то, ну, в данном случае каких-то монет, каких-то там шифров, каких-то кодов. Вот, а я хочу вас приземлить. Вот сейчас Сергей говорил только что, что это все эфемерное. Это все нельзя потрогать, пока вы не обменяли его на товар. Это платежное средство, которое можно поменять на товар. Не забывайте выводить в товар. Выводите, покупайте золотые монеты, покупайте реальное что-то. Вот, потому что у нас сейчас очень много идет опасностей, в принципе, которые угрожают криптовалютам и вообще, в принципе, этому рынку. Ну, самое простое, всем известное, это военные действия. Военные действия, идут санкции, какие-то правовые нормы, которые могут вас ограничить в использовании ваших криптовалют, в использовании любых, кстати, валют. И многие государства начинают принимать правовые акты, которые будут регулировать использование этой валюты, траты в этих валютах, то есть брать с них налоги, как-то тоже ограничивать. Вот я знаю, что в США уже такие работы серьезные ведутся, ну, в России, конечно, тоже. Вот. Это про... то, на что стоит обратить внимание. Чтобы не потерять свои миллионы, когда у вас миллионы, вот положите их там в золотые монетки, продолжайте дальше работать на привычном вам криптовалютном поле. Искусственный интеллект развивается с такой скоростью, но мне хочется сказать слово геометрической прогрессии, наверное, там это показатель скорости, то вскрывать коды на кошельках, то есть будет гораздо проще, я думаю, искусственному интеллекту. Бот будет устаревать до того момента, как он себя окупил.
То есть он не успеет себя окупить, уже устарел. И все это надо иметь в голове вот, держать. Кто успеет к этому приспособиться, тот, конечно, сорвет большой куш, кто воспользуется правильно искусственным интеллектом. Но искусственный интеллект несет тоже в себе кое-какие опасности. И я очень надеюсь, что он не сумеет как-то научиться втыкать обратно штепсель в розетку. То есть когда на том моменте, когда мы захотим его отключить... Мы ему не позволим. А вот, вот, вот чтобы он не смог нам не позволить. Вот так вот. Бог. Да. Чтобы он... Давайте за это выпьем. Чтобы он, я имею в виду искусственный интеллект, не смог нам не позволить его отключить от розетки. Еще одно поздравление из Англии. Оказывается, в детстве, в школе, под одеялом, казалось бы, да, вот что можно делать? Майнить. Майнить можно под одеялом. И намайнил таки он. 120 тысяч долларов, насколько мне известно. Представляете? 120. И вот сказали, пишите, пишите пароли на холодильнике. На холодильнике пишите пароли, ну гениально же. Да. И он не записал пароль на холодильнике. Так что, дорогие дети, учите финансовую грамотность и помните, что лучше всего под одеялом именно майнить. Я вас поздравляю всех с Международным днем криптопредпринимателя. Знаете, у нас у всех были не самые лучшие, не самые прекрасные периоды в жизни, связанные с криптой. Кто-то купил крипты за 10 тысяч битков, кто-то купил высоко, продал низко. Я вот, например, в 2015 году намайнил 500 000 догекоинов и 500 000 битка, а потом под давлением окружающих перестал заниматься этой фигней. Кто ведь знал, что эти копейки превратятся в итоге в сотни тысяч долларов. Ну, бывает. Какие бы неприятности ни происходили, когда криптовалюта растет, криптовалюта покупают все больше роликсов, и все равно в эту сферу приходит все больше и больше народа. И я хотел бы напомнить это все, что что бы ни происходило, проводя этот мост через страны, что бы ни происходило, какие бы неприятности ни всходы, всегда все равно рано или поздно станет лучше. Поздравляю вас с праздником и желаю не сдаваться. Сергей Маслов, неординарный человек по аналитике именно. И как... Приветствую, друзья. Хочу поздравить вас всех с Международным днем криптопредпринимателя. И хочу пожелать всем холдерам наконец-то перестать ими быть, всем NFT-флипперам закрыть все свои позиции в плюс, всем майнерам добыть наконец-то свой соло-блок, всем мультиаккаунтерам и сибиллерам не быть бритами и получить щедрый дроп на каждый аккаунт, и всем хочу пожелать скорейшего булрана и зеленого рынка. С праздником, друзья! Итак, Сергею Маслову мы вручаем NFT-диплом именной, который вот на блокчейне тоже мы его завели. Сереж, мы вам его вышлем, естественно. Награждаем NFT-дипломом Руслана Захаркина, который здесь присутствует. Аплодисменты Руслану. И еще у нас есть приз. Это такая медаль, титановый биткоин. Вот он, наш титановый биткоин, который мы с большим удовольствием и надеждой на то, что действительно Руслан в скором времени будет озвучивать в высшем собрании все наши пожелания, мы вручаем под ваши аплодисменты титановый биткоин Руслану Захаркину. Красота. Вот теперь мне приятно. Ну что вы испытываете, какие эмоции, получив такую награду в этот прекрасный день? Криптосила – это наши новые деньги. Всегда нужна диверсификация, действительно. Никогда не инвестируйте кредитные, заемные, последние денежные средства. Инвестируйте только свободный капитал и конкретную часть своего свободного капитала. Знание – сила, незнание – это другая сила, менее оплаченная. Вот, собственно говоря, и все. Но от биткоина мы уже делаемся никогда. Поэтому спасибо большое за премию, мне очень приятно. Почему мы сделали титановый биткоин? Это очень хотелось бы знать. Я расскажу, это не случайно. Потому что изначально мы хотели назвать премию Криптан Титан. Потому что криптоны это люди с титановыми железными нервами. Ты первый обладатель титанового биткоина. Очень приятно, спасибо большое. Ну, голосуем за то, чтобы биткоин когда-нибудь вырос до 1 000 000 долларов. И даже больше. А третий наш номинант – это как раз Сергей Кайнов. Сергею Кайнову вручается
NFT-диплом и титановый биткоин. Сережа, мы вам его пришлем. У нас есть еще одна номинантка. Это Ольга Дворецкая. Мы тоже ее поздравляем. Она, к сожалению, сегодня не смогла тоже приехать. А вот Руслан, Оль, вот видишь, вот смотри, вот Руслан взял и приехал. Понимаешь, молодец такой. Спасибо тебе, Руслан. Вот Руслан, он всех поддерживает. Он ритеру крипто и день крипто-предпринимателя. А вот Ольга не приехала. Но мы прощаем тебя. И мы вручаем тебе тоже NFT-диплом. Давайте поаплодируем Ольге Дворецкой за ее великолепные программы, которые она осуществляет. Она тоже такой криптоэнтузиаст. Она тоже делает очень много интересных проектов. И мы тоже решили наградить премией Cryptime Words. То самое мозолистое тело, вот там где-то, которое между правым полушарием и левым полушарием. И мы можем там вообще находиться, существовать, поэтому женщины могут выполнять очень много разных задач. У каждой женщины есть свой дар. Поверьте мне, каждая женщина что-то делает. Она либо считает, либо готовит, либо смешивает, либо наставляет. Так вот, для того, чтобы можно было обмениваться этими дарами, существует такая монета, называется дар. И входя в это сообщество, дар твой становится эквивалентен монете. То есть своим вкладом ты его таким образом майнишь. Ну и взять там морковку, картошку, яиц, курицы. Можно обмениваться дарами. Что, какой самый крупный стейблкоин? Вы, кажется, все знаете. Я не знаю. Первый сейчас, USDT, он на третьем месте по рыночной капитализации. Смарт-контракты. Откуда у нас пошли? Из эфириума. Из эфириума. Слушайте, ну вы сейчас все нам ответы скажете. Ну, дайте хоть людям-то подумать вас. Да, да. Спасибо, спасибо. В какой сети криптовалюты 15 тысяч нот? Наконец-то сложный вопрос. Ну или в эфириуме 15 тысяч нот. Раз он самый стабильный у нас, растет. Не? Неправильно? Ну давайте посмотрим. Давайте посмотрим, дайте ответ. Меня осенило, что в каждую минуту времени на планете Земля что-то происходит. И эти минуты бывают для землян, для наших современников и людей, которые жили в прошлом, бывают очень значимые минуты. И мы подумали о том, что можно создать такой проект, который будет называться «Хронопедия». В эту хронопедию, в этот электронный каталог будут записываться события, которые происходят, значимые события, происходящие во всем мире. Каждый человек в своей жизни и вспоминает, но помнит, у каждого человека есть минуты, которые для него являются важными и ключевыми. Ну, например, рождение детей, или когда человек делает предложение своей будущей жене, или когда он расписывается в ЗАГСе, или когда он признается в любви, или когда он придумывает какую-то великую идею, ну, как ему кажется, или она потом становится великой. Вот такие минуты смысловые, они важны для людей. Человеку будет приятно оставить эту минуту в памяти других людей и назвать эту минуту своим именем. Как это назвать? Как он захочет, это его право. И мы сделали такой реестр, и вот мы сделали такой распределенный реестр, в котором минуты становятся NFT-токенами. То есть любой человек может заказать у нашего проекта, называется он timenaming.org. Ну, как Википедия, timenaming.org. Все очень просто. И можете заказать NFT-минуту, которая будет называться так, как вы захотите, вашим именем или именем вашего близкого человека вам. И эта минута ваша, вы ее владелец. А потом, может, вы захотите ее кому-то продать. Может быть, эта минута, эта же минута для кого-то другого тоже не менее важна. И он позвонит вам по вашему, так сказать, координатам, которые вы оставите, и скажет: слушай, продай мне за $1000 вот эту минутку.
Скажешь, нет, моя минутка не продам. Ну, за 5000 продать. Мы в эфире рассказали этот проект, друзья мои. Так что присоединяйтесь, timenaming.org и chronopedia.info. Покупаю минуту. А можно купить? Я говорю, можно, мы уже сделали. Все, говорит, покупаю. Мы находимся в нашем прекрасном студийном пространстве телеканала Event TV. В уникальном кадре, можно сказать, находится не менее уникальный человек. Это Руслан Захаркин. Его знают как криптодепутата. А вы депутат какого собрания? Это великолепный вопрос. Рад тебя видеть, твой кулачок. Да. Во-первых, мы поздороваемся. Да. Во-вторых, да, всем привет. Меня зовут Руслан Захаркин. И у меня 7 избирательных кампаний за моими плечами было. В 2026 году я планирую. Я нигде не называю себя именно депутат. А криптодепутат — это как вот Аль Пачино или еще что-то. Гениальный ход. Наш голос будет услышан в высших эшелонах власти. Вот наш представитель в Государственной Думе. У всех есть свои праздники. Да. День медицинской сестры, день науки, день еще у кого-то. Да. А почему не было день криптопредпринимателя? Если мы инвестируем в криптовалюту. Теперь есть. Надо это отметить, конечно. И, Руслан, у меня к тебе просьба, из народа, да, мы же ходим к депутатам и мы что-то там спрашиваем, просим. Глаз народа, пожалуйста, когда вы станете депутатом, давайте этот праздник все-таки на государственный уровень переведем его в разряд государственных праздников. Это очень хорошая инициатива, я ее обязательно поддержу и надеюсь, что мои коллеги, в будущем депутаты Госдумы, проголосуют за, и будет 450 за, 0 против, 0 воздержится. Ура! Рядом со мной наш лауреат Евгений Устинович. Это, я не побоюсь этого слова, легендарная личность в криптоиндустрии. Потом посмотрите, просто наберете Евгений Устинович, крипто, вот так. Евгений Устинович, крипто, все, достаточно. И у вас Google выдаст огромное количество информации. Что сейчас для тебя самое такое ценное, существенное? Сейчас я пришел в такой период развития в индустрии блокчейна, когда передо мной просто огромнейший поток проектов, криптопроектов проходит. Так как я бизнес-девелопер блокчейн-ланчпаде в Гагарин, то, соответственно, к нам приходит очень много проектов, которые хотят выйти на рынок. Сейчас, особенно в период, когда у нас такой цикл активности новый начался на блокчейн-рынке, и вместе с этим появляется очень много проектов, очень много инвестиций новых вкладывается, и вот они все проходят к нам. И мы со всеми общаемся, всем делаем свою аналитику. Кого ты можешь выделить, что тебе лично, ты, знаешь, так смотришь там 10 проектов, нормально. Конечно. Да. Значит, два направления я, конечно, сейчас выделяю. Да. Одно из направлений это... Если это не секрет. Это наоборот, это даже желательно, чтобы все понимали. Отлично. Значит, у нас... Я выделяю два основных перспективных сейчас направления лично в своем опыте. Это стык децентрализованных технологий и искусственного интеллекта. Mm-hmm. У нас сейчас появляются криптопроекты, которые позволяют делать децентрализованные нейросети, позволяют создавать датасеты децентрализованные, на которых нейросети учатся. Класс! Но в целом есть такой нарратив, он называется DePIN, децентрализованные физические сети инфраструктуры. Uh-huh. И вот, собственно, здесь у нас довольно много перспектив. Это направление я особенно выделяю, потому что за ним видно будущее развитие вообще блокчейн-индустрии самой, потому что здесь появляется новая ценность в виде данных. Не только данных, конечно, в DePIN есть другие. DePIN. DePIN, да. Decentralized Physical Infrastructure Network. Он таких криптонов снимал, великих просто, которые там миллиардеры, которые сейчас на островах, и о которых вообще говорить они не хотят, чтобы они говорили, но это их право. Да? Я правильно говорю? Да. Кивни камерой так, конечно, да.
А мы не наградили вас премией Криптон Awards. А вы что думаете, у нас премия по блату? Нет, только за заслуги, друзья.